Все про букву «Э». Смотрим, запоминаем, пишем, читаем. Это алфавит русского языка. В нем 33 буквы. Сегодня мы познакомимся с одной из них – буквой «Э». Ищите ее в самом конце, с носиком на лице. Запоминайте. «Э». 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 Буква «Э». Вот так она выглядит. А как букву писать? Нам помогут волшебные стихи. Слушай и запоминай. Мы разломим «О» как бублик. В правой части буква будет. Нос добавим на лице, вот и выйдет буква «Э». Очень красивая буковка. И еще разочек. Нарисуем мы легко половинку буквы «О». Нос добавим на лице и получим букву «Э». Правильно! Вот как здорово у нас получилось! Буква «Э». Нарисуем мы легко половинку буквы «О». Нос добавим на лице и получим букву «Э». Ай, какие молодцы! Буква «Э». Интересно, а какие слова на букву «Э» вы знаете? Я вам подскажу. Послушайте и попробуйте повторять. Экран. Эскалатор. Экскаватор. Эскимо. Буква «Э». Запомнили эти слова на букву «Э», ребята? Попробуйте сами повторить, а я буду молчать. Никаких подсказок. Буква «Э». А теперь поиграем. Будем повторять самые разные слова на букву «Э» за актерами. Громко и четко. У кого лучше получится? Посмотрим. Буква «Э». 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 Экран. 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 Эскимо. 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 Эскимос. 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 Эскалатор. 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 Экскаватор. 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 Энциклопедия. 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 Буква «Э». Прекрасно получилось. Эти слова нам пригодятся для мультика. Вот увидите. А сейчас еще раз повторяем, как пишется буква «Э». Запомнили те волшебные стихи? Берите ручки, карандаши, фломастеры, мел, кому что нравится. И рисуем, конструируем, пишем букву «Э».
мы разломим О как бублик. В правой части буква будет. Нос добавим на лице, вот и выйдет буква Э. И еще разочек. Нарисуем мы легко половинку буквы О. Нос добавим на лице и получим букву Э. Ай, какие молодцы! И еще последний разочек. Давайте, давайте. Нарисуем мы легко половинку буквы О. Нос добавим на лице и получим букву Э. А вот и награда. Смотрим алфавитный мультик на букву Э. Элла и Эдик на экскурсии. Отправляемся с ними в музей. Приятного просмотра! А во второй части мультика некоторые слова вы снова увидите на экране. И, конечно же, все-все-все запомните, потому что вы большие умнички. Мяу. История на букву Э. Элла и Эдик на экскурсии. Энергичный экскурсовод с энтузиазмом рассказывает об экспонатах музея Элле и Эдику. Это скелет динозавра. Этот экземпляр, он как двухэтажный дом. Он похож на экскаватор. Дети, тихо! Дети, этот динозавр питался листвой эвкалипта. Дети, это эвкалипт. А это кто? Дети, это эскимос. Эскимосы живут на севере. А чем питаются эскимосы? Элементарно, Элла. Эскимосы питаются эскимо. Дети. Дети, идемте. Ваши дети? Они эмоциональны и не знают этикет. Эти дети сорвали экскурсию. Эх. Это ужасно. Неприятный эпизод. Да, читайте им энциклопедии. Иначе они не сдадут экзамены. До свидания, дети и их родители. Вот такая экскурсия. Элла! Эдик, экскурсовод, экскаватор, эвкалипт, эскимос, эскимо, энциклопедия. Молодцы, ребята! Смотрите другие мультики. До новых встреч на детской планете!